Привет, воины! Я продолжаю свои видеоуроки за здоровый и трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека, за единоборство, за самооборону. Каждый человек мог постоять за себя. Сегодня покажу, конечно, такую комбинацию отступающую для более опытных ребят. Покажу, как ее делать на макеварах. Почему для более опытных? Потому что нам надо будет делать шаги назад одновременно с ударами. Это довольно сложно, как бы именно координационная такая работа довольно сложная. Но если определенным образом, конечно, поработать, попрактиковаться, то все получится. Смотрим. Сейчас я покажу полностью всю комбинацию, без силы, так, чтобы было понятно, а потом расскажу отдельно по каждому удару. Как работаем? Обязательно нужно работать на ножках здесь. Суть какая? Поединок, да, идет, там ты прикрылся, закрылся, и противник тебя начинает давить, то есть он встал и на тебя идет, какие-то пытается сделать удары или просто задавить. Твоя задача встретить его левым прямым, одновременно отступая на левой ноге. То есть вот это движение делаем. Затем, дальше попал, он продолжает лезть, естественно, он настроился на жесткую работу. Дальше шагом правой ноги назад. Жестко вкладываем ему правый боковой. Он все равно продолжает на нас лезть, естественно. Левой ручкой как бы сбиваем его на сторону, да, проваливаем, то есть на себя. Он идет, ты правую ногу забрасываешь назад и его проваливаешь дальше, придерживая. И сразу правый хай-кик добавляем в голову. Еще раз, такая работа. На ножках работать обязательно. С левой ногой левый прямой, с правой ногой правый боковой. Уходим в сторону, делаем такой сайд-степ, можно сказать. И добавляем правый хай. Здесь очень такой важный и сложный момент, это именно вот этот уход в сторону. То есть ты стал после бокового рукой как бы противника немножко в сторону, придерживаешь его руки, не даешь себя ударить, естественно. И уходишь правой ногой, встаешь на 90 градусов противника. То есть ты стоял здесь, он все время идет, просто единок. Оп, и я его пропускаю, он проходит дальше. То есть вот в чем задача. Еще раз с другой стороны. Просто идешь на меня, да, идет. Раз я его пропускаю, он проходит дальше. То есть я, получается, четко к бокам к нему поворачиваюсь. Он идет, идет, я ушел, он остался идти и ножкой добавляю. Еще раз вся комбинация. Раз. Два, три. Обязательно шагом. Координационно это довольно тяжело понять, да? Но можно. То есть встал, вот пошла бодание, бодание, удары, там пошли какие-то удары и пошли с шагами. Бам-бам. Раз, три. Шагом. Обязательно. Еще раз. Туда с шагом. Отходя назад, мы наносим удары. То есть левой рукой с левой ногой шаг назад, правой рукой с правой шаг назад, уходим в сторону сразу и правый хай. Вот такая хорошая комбинация на отступление. Вот такая отличная комбинация для отхода назад, когда ты одновременно вроде как бы и отступаешь, но при этом сыпешь удары, затем проваливаешь противника, еще добавляешь хай-кик, который может быть нокаутирующим. Можно, конечно, не хай-кик, можно там в корпус пробить. Все это не суть важно. Задача вот этого самого момента при движении назад выбрасывать удар. Это координационно нужно работать и на разминочке, да, и в самой процессе тренировок. В конце видео и под видео есть видеокурсы, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно. Просто кликнешь в них, имя, email внесешь. Уже которые эти видеокурсы способны поднять тебя на такой хороший уровень. Подписывайся на канал, ставь лайки. До встречи в новых видеоуроках.